Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе. Вот у меня есть такой камень, который дает за поражение. Это... катакомбы отступников. Вот, если будет поражение, я смогу скрафтить победный сундук. Если будет победа, то будет хорошо. И у меня остался последний камень для создания красной ебучей карты, которой я и шел целый ебучий месяц. Остался последний камень. Как вы думаете, мне повезет или нет? Ну, раз видео вышло, то значит повезло. И будет мини-гайдец по катакомбам. Пробегаем первую комнату. Сразу бежим на второй этаж, во вторую комнату. Нажимаем автоохоту. И она собирает монетки, которые мы потом используем. Теперь дело за малым. Я так играю, я бегу сразу на второй этаж, во вторую комнату, собираю монетки, ломаю две статуи катакомбы и отступников, потому что нам надо хотя бы 100 очков нафармить, чтобы нам дали хоть что-то. Если вы не нафармите 100 очков, вам не дадут ничего. И смотрите, кто рядом бьет с вами вот эти статуи, потому что может бить с вражеской команды. Если он передамажит вас, вам очков не дадут. Собираем монеточки. Делаем САЕ. И покупаем сундучки. Сколько у нас еще там монеток? Еще один можно. За сундучки нам дают свиточки. Это вроде бы... свиток устрашения, это хилка. Позволяет наложить устрашение на ближайших противников. Максимальное количество очков. Короче, кто последнего босса убивает, тот и побеждает. В основном. Самый больше людей зелененьких. А их нет, они померли. Ну пофиг, вот. Кидаем им панику, чтоб они не били босса. Победа. Ну, примерно так я где-то прохожу катакомбы. Так, ну и что? Открываем сундук. Красный герой. Сейчас город. Красная карта. Господи, я прошел игру. Забираем. Так, 20 камней. Создаем красную карту. Создаем красную карту. Интересно, какого мне даст героя? Арба дала. Уже это судьба. Ух. Именно поэтому. Ух, мне дали топ-арба? Топ-арба мне дали! Блять, это судьба. Мойна. Мне дали топ-арба просто. Жесть! Ну как я маг? А если я поменяю ее? Просто я сейчас могу поменять. Вот. Заходим в магазин, донаторские, адены и последний пунктик, поручение жреца. Если вы так же как я прошли катакомбы, нафармили 20 камушков, можете купить вот такую карту, если вам не нравится ваша карта. Вот я играю магом, подтверждаю. Золотое колесо движет всем миром. Теперь у меня есть мойна. Это топчик, просто она вообще мощная. Ну так я как я играю магом, я поменяю ее на мага. И вот с того сундука вот смена карты класса героя. А вы умны.
Выбираю, кого мне нужно. Магия, дитя разума, преодолевшего границы природы. Менять ли карту? Мойны на новый класс. А, я прям не знаю. Я все скиллы уже получил на мага. Да ладно, я магом играл. Магия, дитя разума, преодолевшего границы природы. Знания позволяют понять, как устроен. Был бы топ-орб, стал топ-маг. Жесть. 110. 135. 145. О, плюс один точности еще добавил мне. Топчик, топчик. Во. Вот теперь усатый, бородатый маг, который видел жопу дракона. Вот так вот получить, ребятушки, красненькую карточку. С вами был Розе, всем до новых встреч.